Что это за отвратительный цирк здесь? Что здесь происходит? Сразу убегает, да. Где генпрокуратура? Пусть сюда заявит. Не сейчас выйдет, пусть уходит. Сейчас ведутся следственные действия. Протокол заканчивается. Выходите сюда, я... Чушь какая. Руки убери! Руки убери! Почему задержали наших людей? У нас глава администрации. Немедленно освободите наш протокол. Давайте сюда. Он губернатор, он один. Немедленно что вы делаете? Допустите адвоката в голове администрации. Полиция где? Немедленно. Это беззаконие? Это ваша провокация? Вы чините тут провокации? Дешевую, политическую, отвратительную. Вам будет стыдно за то, что вы делаете. Вы наемные жулики, которых наняли устраивать тут политическую провокацию. Я могу и украинскую размовлять, так ты шахрай, я хочу сказать. Вышли сотрудники наши? Нет, сотрудники там. Сотрудников? Руки убери! Руки убери! Сотрудники сюда! Сотрудники сюда! Сотрудники сюда! Сотрудника уберите! Сотрудников! Сотрудников! Убирайся! Убирайся со своей дорожкой! Сотрудники убирайте! Руки убирайте! Руки убирайте! Руки убирайте! Руки убирайте! Руки убирайте! Всех выпустили! Нет, выпустили! Я вынужден был взломать дверь, потому что они держали наших сотрудников без адвоката, нарушения всех законов заперти. Это чистейшая политическая провокация, заказанная вот этим ничтожеством из Генеральной прокуратуры, этим ребятам, которых мне жалко, в воюющей стране. Вам не стыдно здесь с автоматом приходить сюда? Идите на фронт, если хотите защитить. Они сюда заявились, вот эти типажи с автоматами, в масках. Мне не стыдно за вас, ребята, то, что вы в этом участвуете. Заявились сюда с одной единственной целью. После того, как мы уличили Насирова, что ворует вместе с высшими эшелонами власти, сотрудникам генпрокуратуры, то, что они делают. Кому-то, видимо, не понравились заявления о том, что какие-то политические силы вокруг меня скапливаются. Кому-то, видимо, не понравились мои другие заявления. Они принесли знаменитую Печерского суда насчет того, чтобы парк действием генерального консула Грузии в 2011 году. Подумайте об этом. В 2011 году, связанного с НДС, 2011 года, здесь вот написано, и заканчивая 2013, на основе этого начали следствие, и потом вышли на следующий этап. Сказали, что благотворительный фонд, который никакого отношения не имеет к администрации, но занимается волонтерскими делами, все расходы того фонда каким-то образом должны быть проверены. Но основа захода сюда, действия консульства Грузии 2011 года, пшонка не делала, стыдно. Эй, вы, ребята, в Киеве, вы что, вообще озверели? Вообще с ума посходили все? Таких вещей не делал Пшонка, таких вещей не делал прокуратура Северной Кореи, не делает уже давно. Вообще уже у них крыша поехала. И они заперли наших сотрудниц, которые испуганы, дрожали там, сидели там уже последние 4 часа, пока меня здесь не было. Автоматчики стоят над их головой, какие-то швондеры, прокурор Генеральной прокуратуры, и выполняют этот позорный политический указ. Я говорил сейчас с генеральным прокурором, я потребовал у него немедленно отозвать эту шваль отсюда прямо. Этих следователей. Пора уже Украине заканчивать этот позор, что используются вот эти ребята, вместо того, чтобы воевать, используются для сведения политических счетов дешевых. Ни за кого они брались. Я до конца дойду, пока не просто одни от нас не отстанут, они от нас отстанут. Пока они, каждый из них не будет наказан. Пока эта шваль совковая, коррумпированная, глубоко, не будет окончательно убрана из прокуратуры, из правительства, из всех, из ДФС, из разных высоких кабинетов. Что ответил генпрокурор вам?
Он сказал, что разберется. Но мне все равно, он пусть быстро разбирается. Потому что пока что его сотрудники совершенно иначе себя ведут. И это так не действует. В 2016 году, после Майдана в Украине, я ожидаю других действий от моего друга Луценко, который сам знает, как вот этот выглядит. Все. Так эти же брали его. Эти же брали людей на Майдане. Они стояли и стреляли тоже некоторые из этих. И они сейчас опять используются для политических, сведения политических счетов? Что это за позор? Вот они же тоже Луценко арестовали. Вот с такими же масками, такие же безликие, такие же тупыми приказами. Сколько можно в Украине одно и то же делать? Я жду действий от президента. Позорно за них просто. То, что здесь происходит.